Всем привет, дорогие подписчики, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Wolfenstein Old Blood. Ну что ж, песики, я иду к вам, мои любимые. Давайте я вас поглажу, что ли. Хотя это будет плохая идея. Гладить этих псов. Смотрите, кровища. А, что-то тоже внизу что-то есть. Так. Давайте-ка, наверное, аккуратненько. Ну пошел нахер, урод! И ты. Мочи его, мочи, мочи! О, хорошо. Вот вам и песики, блин. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, один из них спит. Давайте-ка сделаем так, чтобы этот пес уснул навеки вечные. Так. В записке ветеринара. Ну что ж, такие вот песики, они любят кушать людей. Что еще сказать? Опачки, что у нас там внизу? Ну давайте спускаться. Игра нереально стрёмная и хорошую очень получила оценочки, поэтому я очень хочу в нее играть, и прохождение будет довольно-таки фастовым. Как помните, например, я Battlefield прошел весь за день. Вот. Ну, за день Wolfenstein я, наверное, не пройду, то что здесь побольше геймплея будет. Тут, наверное, часов 15-20 меньше. Используйте, чтобы разрушить стены. Хорошо. Очень классно придумали с этими трубами, мне очень нравится. Так. Но уже прям хочется пострелять. Так, здесь что, тупик у нас? А, подождите, тут можно залезть. И кажется, или я что-то слышу. Ой, еще один песик. Заткнись, шавка. Спи. Самое хреновое, если несколько псов будет. И плюс у меня пулеметчик сагрится. Так. Быстро-быстро прячемся. А где он ходит? Сверху, походу. А, да, сверху. Я думал, снизу. Я очень хочу пострелять. Я очень хочу посмотреть, какие здесь будут пушки. Вот. Да, здесь не будет настоящего оружия. Разработчики как бы сами говорили, что оружие они сами придумывают. Вот, на основе настоящего. Ну, я хочу пострелять нациков. Кстати, посмотрел фильм вот как раз перед записью. А, как же называется? Мальчик в полосатой пижаме. Фильм про то, что мальчик, сын нациста, там, главного, я не помню, как его звание, ну, короче, типа, главный, там, фюрер, что-то типа того. Вот, он был главным в концлагере евреев, вот, и, собственно, мальчик, его сын, подружился с парнишкой маленьким евреем, вот. Ну, а дальше не буду спойлерить вам, посмотрите, интересный фильм. Довольно-таки поучительный и как раз на тему нацистов, за что их стоит ненавидеть. Отключаем. Типа из розеточки так хоп и все. Ой-ой-ой, что-то мне не нравится этот звук. Давайте пулемет возьмем, всякий пожарный. Так, здесь у нас аптечки. Но опять же, они нам не нужны. Так. Боже, что только я не сделаю с этой трубой. Универсальное оружие. Все, я знаю, что я хочу на случай зомби-апокалипсиса. Эту трубу, которую можно раскручивать и скручивать обратно. О боже, тут кого-то мучают. Вот ведь суки. Так. Что это за место такое? О мой бог. Он такой
ублюдок. Ну что убьет? Он, мне кажется, их откармливает, чтобы потом с собакам скормить. Хельга знает тайну. Был найден меч. Tell me about the secret. What does Helga know? О, мой Джунгель. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. О, мой кляр, süßer Junge. У меня крыша поехала. You mistake me for someone else. Dachte, eine Sekunde lang. Ну, ты мне тайну-то расскажешь? Ладно, не хочет он рассказывать. В общем, от него действительно мы ничего не знаем. Так, нажмите левый... На бегу, хорошо. Подождите, на С мне будет поудобнее это сделать. Wesley, I'll tell you about Aunt Sarah. Diagnosed with dementia during college. Medication made her drowsy, strange. I remember those eyes of hers. Вот это место мне вообще напоминает Outlast, нереально. О боже, столько кровищи. Охренеть. Блин, пушка реально классная. Так. Пока что все, в принципе, нормально. Ах ты, сука! Ах ты, мразь, сдохни! Нацист хренов! Есть, у меня есть ножик. Опрос пациента, опять же. Такая синфа. Так, пора отсюда выбираться к чертям. И... Главное убить вот этого вот ублюдка, который своих собачек очень сильно любит, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, какой пес идет. Мне ему даже нечего предъявить. Еще с ножичком на него полезу. Да, big fucking dog. Иначе не скажешь. Так, все здесь вроде чисто. Опять же, вот так вот делаем. Ну, нож, мне кажется, будет получше, чтобы убивать. Ой, блядь! О, сука! Иди нахер, мразь. Вот это я обосрался, ребят, серьезно вам говорю. Вонючая псина. Так, убейте офицеров раньше, чем они позовут подмогу. Хорошо. А, так, сигналы. Супер. Быстрое убийство. Пистолет есть. А, да, разработчики говорили, что будет стелсовая составляющая, и многие уровни будут нереально заместными, где мы будем просто всех убивать. Было бы очень полезно научиться нам кидать нож. В принципе, мы и так справляемся. Обзаводимся патронами. Всем остальным. Пулемет лежит, я вижу. У-у-у. Твою мать, меня обнаружили. Ой-ой-ой, пес! Сдохни, 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 сука! Ну что ж, придется пострелять нам. Ой, там башка прям в смятку, увидели? Я даже не против пострелять, я только за. Господа нацисты. Чёртовы. Так.
Ой, какая динамика у игры, боже ты мой. Прям... Мне хочется стрелять и стрелять от этой музыки. Оружие мне на калашников напоминает. Собираем все патроны. О, еще один, здоров. Есть гранаты. Да сколько же тут нациков этих. Убежала. Твою мать, жизни мало? О, отлично. Еще подхилиться. Мне вот эта вот перестрелка сейчас напоминает очень сильно мое детство, когда я играл в Call of Duty 1. Еще компьютерном клубе 1 час 20 рублей. Те же самые ощущения. Так, мы, наверное, можем тревогу отключить. Ну-ка. Значок какой-то, 30 метров, типа. Так, о, подождите. Там у нас броня элитная, причем. О, давайте, вот, вот прям туда, да. Найс. Конечно, по стасу здесь было довольно-таки скучно проходить. Сколько здесь насыпать, блин. А, новые прибыли. Подкрепление, значит, да? Да, птички. Найс. Давайте сначала с ними разберемся. Ой-ой-ой, еще один. Стой, прям рядом. У них есть вот эти вот, судя по всему, генераторы, которые их немного усиливают, типа. Так, ну что, нам на лодочке, судя по всему. И за пулеметик. Погнали. Ну что, нацисты, нравится, когда с вашего же оружия убивают вас? Ой, дроны. Так, назад смотреть нельзя. Ой, блин, игрушка нереально эпичная, ребят. Я прям чувствую это, я прям... Я уверен, что это будет тот же уровень, что и новый порядок. А может даже круче. Так, отлично, мы выбрались на поверхность.
Вот он, замок. Что ж, мы прибыли. Глава вторая. Гавань. Ну что ж, будем сейчас по гавани плавать, походу. Don't worry, Wesley. I've got a plan. Break into the keep, kill every goddamn Nazi in there, set you free. Then we get the hell out of this place and contact Kessler and the French. Ай, броню не взял. Так, план простой. Перебить всех нацистов. Великолепный план, он мне определенно очень нравится. Все, перебили всех. А нет, еще есть парочка. Так, пора, собственно, нам покидать нашу любимую лодочку. Что это у нас такое? Открыли мы какие-то ворота непонятные. Так, открыть ворота крепости — наша задача. Вот это настоящий шутер, настоящий классический шутер, без каких-то там трехчасовых катсцен и миссии на 10 минут. Ну серьезно. Call of Duty Advanced Warfare. Hello. Ага, метнуть нож. Хорошо. Это прям очень хорошо метать ножи. Карта. А, видимо, нам сюда. Мы сейчас вот в те ворота плывем или в эти. Так. Опа, обнаружен сигнал, здесь можно по-тихому. Дальше пешком, хорошо. Мы еще не в замке Вольфенштейн. Вот, но мы близки. Вполне близки к нему. Если нас фалят, ничего страшного, нацистов можно вполне убить. Тихо, мирно, а можно вот так вот. Новое оружие. Бомбеншюсен. Где оно у нас? Это у нас что такое? Ух ты, прикольненько. Такой вот автоматик. Даже нет, это снайперская винтовка, типа. А, единственное. Ух ты. Фига себе тут. Так. Уй. Ай, нас, собственно, обнаружили, да. Алермахандондедехон. Закрой свой рот. Нельзя сломать, нельзя. Так, слушайте, мне нравится эта снайперка. Определенно. Ой, как она выносит. Прям ваншот, ванкил. А еще мы можем оружие брать две руки и просто гасить всех нациков. Это такое удовольствие, боже мой. Это моя самая любимая игра. Так, ух ты. Это же реально тот самый замок. Они даже ничего изменять не стали, они просто взяли старый Вольфенштейн. Вот.
подкрепление идет. Ну, давайте, подходите. Чё ж там? А, нужен ключ, да? А где ж мы ключ-то найдем? Открыть ворота крепости. О, ключ. Эти глупые ребята до сих пор не понимают, что они связались не с тем парнем. Так, я так понимаю, если мы убиваем чувака, который нас спалил, то сигнал якобы ликвидирован. Вот, ты хотелось бы туда, конечно, спуститься, посмотреть. Вот. И... типа, подкрепление больше не приходит. Лады. Так, идем сюда. Пока есть тут что? Не, нифига. Ложу я в постель эту девицу. И... да, есть слово класть, правильно говорит. Немецкий родной. Так, кто из них ложил? Короче, ложил ты, значит, ты первым умрешь. Ой, как. Классно сработано. Здорово. Ах ты, брось, сдохни, сдохни, сдохни! Ой. Тихо, тихо. Значит, оружие лагануло, ребят. Вот, все нормально. This air reminds me of the bog by the Johnson's farm back home. Smell of dead plants and wet wood. Запах мертвых растений и влажной древесины. Да, запах в подвалах. Мне не нравится запах в подвале. Ой! Нихера себе. Вот это мягкая посадочка, ребята. Неожиданно. Так, а как нам... ладно. Видимо, нам сюда. Использовать оружие можно. У меня есть глушитель. Спокойной ночи. Так, тут древние всякие у нас. Гробницы, надгробия. Ну вот, да, что типа того. Тихо. Спать. Записка Хельги. Типа запись на саркофаге перевести нужно. Сама и переводи, тупая мразь. Так, что тут у нас? Я там видел, где-то золотишко было. Я не понимаю, как он меня вообще услышал. Ничего страшного. Так. Вообще, у меня автоматы на четверочку, да? Пятерочка это снайперка. Так. Готов. И второй тоже. Да, ребята из Bethesda знают, кому доверять. Каким студиям разработку игр. И Машинима прекрасно все исполнили. Машинима. Машин Геймс, вот, извиняюсь. Так. Правда, тут такое похожее и запутанное. Вот эти вот все переулочки, закоулочки. Надо искать, куда идти. Надо. Так. Здорово. Так.
Набегу. Отлично. Так, а здесь что у нас такое? Тупик. А, смысл тогда, что я сюда шел? А, во. One shot, one kill. No luck, just skill. Да, guys. Верхние катакомбы. Эскиз. Я потом, наверное, все эскизы буду смотреть. Через два выпуска. Давайте, да, через два выпуска смотрим эскизы. Ай. Отлично. Тихо. Аж голова покраснела у него. Ну, типа, у меня максимум. Так что... Что, нам тут лутать нечего? Идем дальше. А, я прям как скалолаз какой-то. Тише. Так, один сверху. Что это за место такое? А, судя по всему, здесь типа всякую жрачку переправляли. Извиняюсь, всякие бочки с вином. Не просто с водой. Не, наверное, с водой чисто бухло. Немцы любят побухать. И они любят сосиски. Еще трахаться. Так, короче, там. Как-то тут надо подняться наверх нам. Наверное, это делать на этих штуковинах, не? Бум. Так, ладно. Не хочу палиться. А, во-во-во, вижу. Туда нам надо. Ну ты слепой. О, красиво. И рыцари тоже. Так, все, мы вроде спалились, а вроде нет, я же всех убил. Так. Действительно, обалденный замок. Камера. Так, туда мне явно не хочется. Не, ну да, я видел, куда нам идти, поэтому... Сейчас тут все залутаем и пойдем. Ах, тунга! Осторожней, а то он ногу прижмет, видите? Ой, так, секунду. Ух ты, оптический прицел. Снайперы. Так вот, отлично. Okay. One more. Еще один точно так же надо сделать. Хорошо. Мы там играем, да, вроде недолго. Мне хочется еще. Давайте откроем ворота. Так, какой-то рыцарь. Я хочу в голову прям. Лучше присесть, да. Все, упал. Ажись, гранатен! Мне очень нравится мочить черепушки нациков. Все, найс.
Так, а где у нас второй переключатель? Даже не знаю. Сейчас будем искать. Ну-ка, что нам говорит карта? Открыть ворота крепости. Закрыто. Тоже. Да, открыть можно с какого-то другого места. Так, ну вон он. Как туда попасть? Так, давайте смотреть. Здесь, блин, закрыто. Тут тоже туда попасть никак. Мишкин Крабс. Наверное, надо вернуться назад. Да, скорее всего, где-то сверху. Хотя, опять же, назад возвращаться зачем? Обычно игра линейная. А, ну вот тут вот. Ах ты, сука, закрыто. Что-то да. Я просто прострелил бы и прошел. Кажется, назад, да, не вариант. Видите, все, закрыто. Где ты не доглядел? Так, ладно. Ну-ка, ну-ка. Баска ведь очень подвижный такой, бегает прям чуть-чуть резненький. С какого-то другого места, твою мать, а как туда попасть-то, алло, Баса? Пулеметом прострелил бы и все. А-а-а, подождите. Нет, тут закрыто. Открывается с другой стороны. What the fuck? О, смотрите, туда можно попасть. Вы думаете, я здесь утону или нет? Ну-ка. Это игре даже быстрого сохранения нет никакого. Так. Короче, я пока хз, как туда попасть. Вот. Типа в воде, наверное. А, во, он же плавать умеет. Все просто, я понял. Туда нам, значит. Мы умеем плавать. Вот это вот я не учел. А значит, нам сюда. Вот туда мы как-то делаем круголя. Так. Чтоб меня только не шиндарахнуло. Я тут бегал, искал, блин. Ну, я просто не учел, что да, возможно, мы можем здесь проплыть. Теперь будем знать, что наш герой умеет плавать. Почему неплохо. Во, вообще нормально. Так, здрасте. О, здесь чувак с огнеметом. Ну-ка, если стрельнуть вот сюда прям. О, хрена себе. Живучий, да сдохни ты, брась! Не, он не с огнеметом, он с каким-то дробовиком. Эй, урод! Шняйся, шняйся! Дух. Так тяжелый. Тихо. Так. А, сука. Шок-хаммер. Сейчас мы его пробуем в деле. Я думаю, их надо мочить, подходить в упор и бесшумное убийство делать. Тогда. Ну, это типа есть беспалево. Слушайте, шок-хаммер. Крутая штука. Боже, Бласковец, сколько ты можешь носить с собой оружие? Давай.
О, серьезно, 17 хп. Вот, суки. Так, надо где-то мне хилку найти. О, найс. Не такая уж и большая дальность у дробовика, как хотелось бы. Поэтому возьмем автомат. Странно, что эти типчики не услышали того, как я стрелял на улице. Так, все. Вход в, собственно, замок, я так понимаю, да? Так. Ой-ой-ой. Давайте пару гранат. Еще одну. Ой, 27 хп. Так. Тише, тише. Вы куда разошлись, нацки? Так, снайперка, вот она. Сейчас будем их по одному выносить. Все? А, нет. Еще не все. Один. Эх, почти. Сука. Чувак, у тебя рука торчит. Попал по нему, он дернулся, но с первого раза не убил. Так, этому поправили немножко касочку. А второму? Второму тоже. И третьему, нет, промазал. Ну, теперь нормально. Плечо зарядил. Добиваем. Ну что ж, добро пожаловать в замок, я так понимаю, да? Глава третья. Крепость Вольфенштейн. Вот, наконец-то мы внутри. Но продолжение будет в следующем выпуске. Поэтому ставьте луисы, подписывайтесь внизу, пишите комментарии, чтобы побыстрее все это дело было. Спасибо, что смотрели. Любите, играйте в игры. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.